Ну что, ребят, у нас сегодня 7-й день охоты. Пока на данный момент мы взяли 4 гумиша, получается, и 2 белолобых. Одного нашли пока, одного нашли. Сейчас собачка придет, найдем. Жизнь налаживается, но охота заканчивается. Ждем. Вот, вечера. Так что... Олег, ну скинь фотки. Я начальник. Васька вообще жирного фото. Оба. Красавчики, да, дядя? Больше водка животворящая творит, Вася. Что был налет и шикарный. Взяли еще 2 гумишей. Один утянул. Сейчас ребята пошли искать. Сейчас собаку дождемся и возьмем. Я думаю, тоже найдем. Рекорд сегодня хороший пока. 7 в скратке. Да, Колян? Как говоришь? Я не буду это говорить. Молодцом. Башка, о, смотри, молодец, Али. Добрался-таки. Живой, с полем? С легендарным ружьем. Надо сфотать, блин. Вот результат сегодняшней охоты. Вот. Все в рамках нормы. Нас сколько? 9 человек было? Ну, 9 гусей. Даже вообще нормы не выпили. Ну, я говорю, что в рамках нормы. Утиные Эльдорадо. Вот сколько утки северной пришло. Вот как, вот когда надо было открывать охоту. Блять, красота, блять. Вот такой бы, блять, вот такой бы в прошлую субботу, да, на открытие. Вот было бы дело. Или куси. А вот там. Улетела. Не хотит ворона. Да-да-да. Давай. Давай.
Один! А теперь концерт по заявкам AC/DC. Рубрика канала. Вот такая вот же обстановка. С этой и с этой стороны. Утки северные очень много пришло. Прям стадами носятся. Ладно. Идем дальше.